находится агентство недвижимости Дюкарин-Кюль в городе Мерсин, Турция. На территории Мерсина раньше располагался древнегреческий город Помпеи. До сих пор здесь ведутся раскопки. Руины города находятся прямо на берегу Средиземного моря в 5 минутах ходьбы от этого объекта. Сегодня мы хотим вам представить объект планировки 2+1, находящийся в районе Мендерес. Это центр Мезитле в Мерсине. Здесь находится вся инфраструктура города. Это школы, лицеи, магазины, продуктовые магазины, рынок, главная дорога, даже через дорогу пекарня. То есть все в шаговой доступности. Очень подходит этот вариант для людей, которые рассматривают Мерсин для постоянного места жительства, для образования детей. Пройдемте посмотрим квартиру. В квартире имеется прихожая. Рядом с прихожей расположен туалет а-ля турка. Площадь квартиры составляет 95 квадратных метров. Зданию 25 лет. Искан имеется. В квартире имеется 2 спальни. Окна спален выходят на восточную сторону. Из обеих комнат можно попасть на балкон. Бассейна в комплексе нет. Айдат составляет 30 лир в месяц. На крыше имеются солнечные батареи для нагревания воды. На балконе имеется небольшая кладовая. Пройдем во вторую спальню. На полу в спальнях имеется паркетная доска. На потолке имеется декоративный плинтус. Рядом со спальнями расположен санузел. В нем имеется душевая кабина, раковина и унитаз. На полу и стенах имеется керамическая плитка черно-белого цвета. В квартире имеется небольшой холл, соединяющий 2 спальни и гостиную. Пройдем в гостиную. Салон в квартире очень просторный. Из гостиной имеется выход на балкон. По всему периметру потолка проведен декоративный плинтус. На полу паркетная доска. Посмотрим кухню. На кухне имеется гарнитур Г-образной формы. Газ в доме отсутствует. В кухне на полу имеется кафельная плитка. Из кухни также можно попасть на балкон, который выходит на западную сторону. Кухня совмещена с небольшим салоном. В салоне на полу паркетная доска. Квартира продается без мебели. Остается только кухонный гарнитур и шкаф в прихожей. Квартира находится в хорошем состоянии. 5 лет назад делался ремонт. Пройдем на балкон. Он выходит на главную улицу. Рядом располагается вся необходимая инфраструктура, а также государственные и частные школы и лицеи. Квартира расположена в 7-этажном здании на 6-м этаже. Стоимость квартиры составляет 220 тысяч турецких лир. Если вас заинтересовало данное предложение, свяжитесь с нами по телефону, указанному в описании. Всем спасибо за внимание. С вами было агентство недвижимости Дип Гари Минкюль.